При устройстве кровли в холодное время года достаточно сложно просушить цементно-песчаную стяжку до требуемых значений. Поэтому, чтобы избежать образования вздутий в водоизоляционном ковре, при укладке на увлажненные основания применяют материал с частичной проклейкой Uniflex Vent или материал с механической фиксацией Technoelast Fix. При этом для выведения влаги необходимо предусматривать сообщение воздушной прослойки под ковром с наружным воздухом с помощью кровельного аэратора Technonicol. Кровельный аэратор выдерживает кратковременное воздействие пламени пропановой горелки, температурные колебания и воздействие ультрафиолета. Он может применяться во всех климатических зонах России. Аэратор также можно устанавливать при текущих ремонтах вздутий водоизоляционного ковра. Кровельный аэратор Technonicol – это неотъемлемая часть современной кровли, которая прекрасно справляется со своей задачей.